Короче, обычная машина, господи. Реакция брата на тачку. Что это за говно? Какая твоя вот эта Веста, да? Красная. Не, ну ты не мог себе купить BMW. Потому что, ну, на BMW ездят только те, кто поворотники не умеет включать. Все нормально, что? У меня есть, конечно. Как новая почти. Мне даже... Ну да, нормальная тачка. Смотрится она, конечно, лучше, чем Volkswagen. Тебе нравится? Сейчас давай я открою сейчас. Конечно, крутая. Офигеть. Нет, смотрится хорошо. Цвет хороший. Да? Тебе нравится? Подержи пакет. Офига себе. Люда. Круто вообще. Салон вообще шикарный. Сиденье особенно. Конечно, да. Нормально? Это не ВАК. Короче, здесь вот эти подушки, Лёш, вот эти вот. Они тебе по бокам сжимают, вообще кайфово. На самом деле, так тесновато как-то, мне Нет, кажется. Так ты можешь, типа, их регулировать. Там, они двигаются? Там, посмотри, кружок, короче, сбоку. А, нифига. Спереди, сбоку, все, да. Все, я понял. И ты, типа, садишься, он тебе по бокам вылазит. Как-то, мне кажется, тесновато. Или ты так подвинул просто? Лёш, может быть, дело не в машине. Тут как-то интересно, пол сделан, что он таким, ну, бугром. Он вниз туда идет. Как-то, ну, ноги, получается, если с края ставить, они у тебя практически до торпеды. Да-да-да. Не, ну, в принципе, удобно. В принципе, удобно. Ну, да. Не, ну, хорошая машина, хорошая. Тесная, но хорошая. На самом деле, нет. По сравнению с джетой, конечно, это просто огонь. Да? Цвет мне нравится, синий вообще. Какой темно-синий, да? Мой любимый цвет. Серьезно? Да. Вот, место здесь нормально вообще. Есть, короче, может длинномеры туда положить, там, по центру. А запаски нету, что ли? Нет. Вообще, даже докатки? Да. Фига себе. То есть на BMW колеса не прокалываются, да? Да, верно. Типа, Run-Fed, все дела. А какого она года-то вообще? 13-го. 23-й отменили, что ли? Да-да-да, 23-го. Да, ну не может быть. Она больно хорошая для своего года. Ну да. Она практически по ходу и не ездила. Четко. 38 пробег. Хорошая машина. Отлично. Обживать все. Не, BMW это качество. Бавария. Все, одобряем.